Мы уже рассказывали вам о том, что на уровне российского правительства создана единая федеральная платформа, на которой будет проходить онлайн-голосование по благоустройству общественных пространств в регионах страны. Старт дадут 26 апреля. Насколько республика готова к этому, обсудили на совещании в Доме правительства. На данный момент на платформу загружены 74 проекта от 25 муниципалитетов. Все они прошли модернизацию на уровне Минстроя Чувашии. В столице республики в 2022 году планируется благоустроить 4 объекта. Благоустройство Дубовой рощи. Второй объект – это реконструкция площади республики. Дальше, значит, школьный бульвар – это в северо-западном районе. И четвертый объект – это сквер по улице Ивана Франко. Замечаний от Минстроя по нашим дизайнным проектам нет, то есть принято в полном объеме. Волонтеры помогут жителям в голосовании, но предварительно расскажут о проектах. Самое главное, мы с вами получим вовлеченность людей. Они не просто будут еще голосовать, участвовать, они еще будут вам приходить с лопатами и работать там, и вкладывать свой личный труд для того, чтобы благоустраивать. Основная цель – повысить индекс качества городской среды. Проголосовать на портале сможет любой желающий, опрос продлится до 30 мая. Напомним, что в этом году в Чувашии будет благоустроено 30 общественных пространств и одна дворовая территория. В настоящее время уже начаты работы по благоустройству сквера возле ДК «Салют» и лесного массива «Дубовая роща» в городе Чебоксары. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.